лучше получше. Ага, давай. Ну что, начинаем только работу. Выехали на поле, ребята сейчас убирают. Сейчас будем отрабатывать. В том году мы тут подняли около 25 человек, советских солдат. Сейчас будем отрабатывать участки, которые не были пройдены. Частично они были уничтожены чернокопателями. Ребята еще не закончили уборку, но мы уже здесь. А что, я же тут где-то ходил. Вы тут четко, да? Куда нажи... А, ну, понял? Что, поднести это, далю? Пока же нет. Просто кровопроводи надо. Да? Угу. Надо бы вары там пропищать еще. Андрюха трюфеля копает. Что-то так похоже, как не пустая. Да, не похоже, не понятно. Скрябнула. Ну, рядом могилы лежат, надо рядом все проверять. Ах.
Две части лопнутые. А? Две части лопнутые. Две части, да? Ну, под ней никого, да, не видно пока? Пока не видно. А жаль. А где-то ж он рядом. Да. Ну, если что-то что, будет. Давай я шкурну. Давай. Ты сколько? 4 противотанковых гранатки. РПГ-40. 4 единицы. 45-ок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 176. Раз. Сошрапнели. О. Такой вот, пробитый сбоку. Удары и вывернуло с этой стороны. Раз Виталику на кольчугу. Вот такие вот предметы. Написано что-то. А что, 43 написано в конце. А может и не 43, но маркировка, в общем, как всегда. О, сейчас. Ты думаешь, это там еще есть? Нет. Это тут уже два снаряда. Это 75-й один, 75-й второй. Нос. Тише. Низа. Тоже. 76-я или? Нет, 45. Похоже. 45-я, да. Ага. Как это гнёт? Ну стой. Целая. Ага. Вот там. Дай, Андрюш. Что-то смятый какой-то, похоже. Давай. Опа, тони. Похоже. Вон он уничтоженный. Или красивый, красивый, лянь. Пуля или это осколок? Осколок застрял даже. Он что-то пописал. И надписи там. Куча, да, он. Ага. Надписи. А вот. Вон он. А. Видишь, его вот побит один. Прикольно, да? Со осколочком. Ну, сказали. Это уже третий на этом месте, да. Положите его туда, под этот самый, под навес. Чтобы не нагревался. Все, это одиночный звонок. Это сбросы. Можно засыпать. Идемте там посмотрим, где краску подняли. Там советская краска, еще один сигнал. Там продолжается. Там? Что-то будет. Скрябли пошут. Оп, стоп. Бля, с проволокой. Бля. Оп. Разбиты. Ой-ой-ой-ой-ой. А проволока, да, советская. Это телефон. Кабель связи. Надо копнуть, может ниже боец быть даже. Ну. Бабочка, лети сюда, гадина, куда полетел? Солдатская пробежка. Пока ничего нет. Немецкая лопатка. Лучше.
сапёрка, лопата, блядь. А. Деревянная ручка идет. Видишь? Вот с деревяшкой. Сапёрочка. Вторая, да? Немецкая, кусок ремня. Видишь, вот кусочек, тоже прикольно. Когда на стрел Дегтярева стреляли, винтовочный, автоматный. Здесь это нормально набросано. Автомат. А? И застряли на сайте. И голова застряла в нем. Андрюш, на. Давай. Это уже металлолом. Уже металлолом. Говорит, раз голова туда застряла, то все. Это голова. Крышка? Ага. Что, я не потяну, что ли? Ну, подожди. Да потянешь, что. Потянешь, только крышка мешает. Немного надай. Чуть-чуть его поломали, ну, да не, ну. Да, сейчас. Пустой. Ванина, да? Волк. Дерево, да? Угу. Фрагменты дерева. Там глубже копай. Там осталось 40. Я покажу его сюда. Тут в темноте не видно. Вот второй. Пустой. Пустой, помятый. Не, ну каши там чуть-чуть было. Где твой, Андрюха, котелок? Подожди. Ого. Все ясно. Дубовая каша. Зимой видно. Варенье. Угу. Тут похоже по самой высоте вот так все идет. Завалено. Перерытое завалено небольшим. Ну бы что выкопали? Ничего. Пока ничего. Сейчас что-то. Отрещало что? Только это рванило. Вот видишь. Угу. Совсем как настоящий. А где же? Где же каша? Где же каша? Стреляный. Не подписанный. Ударили, да? Ага, стреляный. А вообще не осколком. Ручка вообще рабочая. Ага. Аккуратно вот зачистил, видно, да, щиток? Угу. Это максовский. Нихера себе. Ну да, только вот где Макс. Вот там я. Макс он. Макс как раз. Доставай, Никита. Аккуратнее смотри. Линия идет. Ломаный, ломаный, да. А вторая где? Да вон там. Да.
ударили. Давай, да. Против солнца станут. Вот так пеленая, да? Вот он какой был. Вот он был какой, Максик дорогой. А остальное где там? Вот там байдушка что держать. Лопатку вот видел, да? Да, лопата. 35. Не, видел, но не снимал. И вот эту рванину вот. Тоже из техники, видишь? Техника битая. С тачанки. Угу. Рядом еще один сигнал. Чуть-чуть и попроще, аккуратненько. Бей границу. Вот сюда пошла, тебе отсюда, давай, отсюда бей. Да, немецкая. Да? Да, 100%. Смотри, аккуратнее может быть с бойцом, да, может быть. Видишь, нормально надо делать хоть что-то. Пашка рядом. Не хочу шкаф. А вроде зелененькая будет. Ну да. А? По идее, да, он видишь, какая крепкая. Да ты что, она выделает. Точно немецкая? Русская, да? Сейчас тебе покажу. Думаешь, я бы за лопату взял, чтобы она была русская. Та-бам! Вот такая дырка. Вот сюда прям, блин. Едекаль была, попадение. Головы нет. Пошельник вырван, да. Вот горшок. Сороковка. Ударена на вылет. Вон с этой стороны вход. Ага. Пулевая. Ляг тынь. И вошел. Спасибо, четко. Ой, ой, давайте. Прозвоним. Максим, принеси, пожалуйста, прибор. Все, так, да. Хоть что-то попалось сюда. Тоже простреленная. Все? Ага. Да, там меня не было. А дальше туда на колодце, да, дорога, как бы она называется? Не колодце, а как, царские ворота. Ну да, да, да. Как кто-то ее не называет, каждый послужит. Ну там вообще ни одного, да? Ой, просто 3-4 точно. Сюда попало чем-то, видишь, поплющило. А по самому безвидному сейчас уже навряд ли. Там уже все выпало. Там перекопали немного. Потому что на всю сторону было, которая ближе на столки. А я только хотел сказать, цветное должно попасться. Жаль, погода. Уже не так грустно, судя. Вот
вот эта часть, что на столки как бы смотрят без видного леса. Там солдаты побитые сверху были, могли пособирали. Потом еще и прошел там, ну, кто-то еще после нас, я смотрю. Ну хорошо выбрал. Да сейчас же черный. Блять, копали. Маленькие пособирали там. Там просто, ну что мы вдвоем с Серёжей, три человека и кто-то. Половину попропускали, наверное. Тут вот так это, ну сил шибко много на выбирание не тратил. Ну они и по мародеру у меня были раза два-три. Некоторые сложены прям под дерево, что-то. Некоторые разбросаны. Ты, короче, сюда от стрелки дали, наверное, да? Ну, пушечное, видно, гнездо было. Там валяет. Стреляло, видно. А там бабки собирали. Что, Леха, сегодня накопали? Ну, в общем-то, к сожалению, день прошел так неудачно. Бойцов нету, ну, в принципе, что касается предметов для музея. Некоторые предметы можно будет сдать на музей. Тут гильзы немецкие 85 миллиметров. Ты делаешь еще и латунную пока. Зенитка, зенитная, блин. Вот латунная такая же. Хорошая. Такие вот выстрелы. Потом щиток с Максима нашли. Разбитый. Ящики. Фрагменты техники. Лопатки, две советские, одна немецкая разборная, тоже поврежденная. Два котелка, ну и каски. Вот советских две разбитые и одна немецкая. Попадение прям пулевое. И вот выходное отверстие. Ну это же не в бою полученное. Это, да? Не, я думаю, ну потому что подшлемник, внутреннюю часть полностью с кожей выдернули. Скорее всего, она просто служила мишенью, чтобы попадать в нее, стрелять. Стрелки были. И гильзы 76 мм советская. Она, кстати, была шрапнельная у нас. Много шрапнели, там на видео будете видеть, смотреть. И вот еще одна шрапнельная. И, соответственно, обычные тут подкалиберки были. И гильзы. Диск, фрагмент и БК. Сообщим в МЧС, чтобы утилизировать прям с этими... остаткой дермантина. В принципе, там еще куча этих единиц, уже погребок сделали. Ну, за сегодняшний день это все, что мы, нам удалось найти. К сожалению, бойцов нету. Ну ничего, завтра будет работа продолжаться.